И мне тоже хорошо. Пастор всех спешит поздравить. Братья песни спеть хотят. Все ликуют и сияют, и мне тоже хорошо. Чтобы стало всем понятно, для чего собрались здесь, так давайте скажем в рифму: Иисус Христос воскрес. Нам сияет свет спасения во Христе и Его благословение к людям грешным на земле. Он сегодня очень хочет, чтобы все пришли к Нему и воздали славу Богу одному. Не за как-то, не за что-то, за какой-то интерес, а за просто так, за то, что Он и твой, и мой отец. И Отец послал к нам Сына и свою любовь явил в том, что на кресте, страдая, наши все грехи простил. Умер в страшных он мучениях, но на третий день воскрес. Эту истину святую нам послал Отец с небес. Знаю точно, он воскрес, а знаю я не понаслышке. Прочел в одной чудесной книжке, в которой много есть чудес. Но это чудо вам скажу под силу Богу одному, ведь Бог Иисус Христос страдал за нас и смерть понес, показал любви и учения, Христос воскрес. И вот это воскресение чудо и чудес. Я знаю точно, Он воскрес. Братья, сестры, будем вместе прославлять чудесной песней нашего воскресшего царя. Он разрушил все оковы, Он воскрес и к жизни новой. Возродил заблудшего меня, и теперь я наслаждаюсь счастьем, радостью, весельем. И теперь я вижу в жизни каждый день благословение. Каждому дает мой Бог. Приходи и наслаждайся, и в Его любви купайся. Заходи скорее в Его чаток. Это в речке черный день, Христа Иисуса воскресенье, не праздновать ни день, ведь Он разрушил все преграды. Воскрес для меня. Иисуса вечно буду рад я и вся моя семья.
Мой Христос восстал из гроба. Аллилуйя, слава Богу! В нем спасение и смерть. Жало смерти больше нет. Буду в Боге веселиться, буду с радостью молиться. Иисус воскресший мой дал мне счастье, Он живой. Мне не страшно с Ним дороги, забываю все тревоги. Принимаю жизнь и дар, что мне Бог воскресший дал. Улыбки и радости на лицах веселья пришли мы на праздник Христа Воскресения. На празднике это вам счастья желаем, Иисусу Царю мы сердца открываем. Пусть свет воскресения в сердцах да пребудет, что Бога познали все грешные люди. Явился ангел утром жена. Иисуса нет, одни пелена, остался здесь, а Он воскрес. Так ангел радостно сказал, воскрес из мертвых Он навеки, смерть не страшна для человека. Он победил собою тлен, и солнце всем нам дал взамен, и ангелы поют с небес, Христос воскрес, Христос воскрес. Сегодня солнце встало рано, сегодня вся земля поет и возвещает всем осанна, все отдыхают от забот. Ведь вся природа понимает, какой сегодня день пришел. Восстал из гроба наш Спаситель, к Отцу на небеса взошел. О, люди, как хочу я крикнуть, остановитесь, наконец. Глаза вы поднимите к небу, туда, где ждет всех нас Отец. Пускай Иисус сейчас услышит в молитвах наши голоса, и радостные звуки песен пускай несутся в небеса. Папа с мамой мне однажды рассказали о Христе, о Его страданиях страшных, как Он умер на кресте. Умер Он, так было нужно, чтобы жизнь нам даровать. Не сказав врагам ни слова, продолжая их любить. Но прошло 3 дня, и вскоре Он из гроба сам восстал и спасение навеки всем живущим даровал. Может, эта вещь сегодня вам покажется смешной. Кто-то скажет, это сказка, кто-то скажет, звук пустой. Но если кто поверит, например, как верю я, то Иисус им обещает место в небе навсегда. Сила Голгофы, сила победы дверь нам открыла к Богу навеки. Бог наш Иисус на кресте умирал, грех всего мира себе забирал. Громкий удар молотка, как печали, чтобы все заново мог ты начать. Тело свое добровольно отдал, жизнь и спасение людям он дал. 3 дня прошло, и вот гроб его пуст, мир торжествует, воскрес Иисус. Это великая радость, друзья, пусть все ликуют, ликую и я. Солнышко встало в полях за рекой, утро настало уже голубое. Птицы щебечут в одном упоении, славят Христа за его воскресенье. Дети, вы также прославьте Иисуса, то утро расторгнут смертельные узы. Сначала муки и страдания, плевки, насмешки, поругания, мучительная смерть, забвение, затем победа воскресения. Воистину, вот это чудо, и говорить о нем я буду. Воистину, вот это да, ликуй, спасенная душа. Ликуй, ведь с ним и ты воскресла, ликуй, ведь в небе твое место. Придет твой час, и навсегда увидишь дом свой небеса. Увидишь праведного Бога, увидишь красоту чертога. Чего еще не видел глаз, что обещал Господь для нас. Что за радостное чудо, возвещает мне мой брат. Может, мне подарок купят, может, что-нибудь вручат. Это чудо непростое, невозможное сказать. Но об этом чуде можно в нашей церкви рассказать. Рано утром на рассвете Иисус Христос воскрес. Славьте взрослые дети, славьте ангелы с небес. Славьте все поля и горы, океаны и моря. Все сегодня прославляют воскресение Царя. Христос воскрес! Сегодня я готов 100 000 раз поздравить всех своих друзей, родителей и вас, и даже тем, кто не знаком со мной. Я улыбнусь, Христос воскрес, и помашу рукой. Знакомым грустным занятиям навстречу я бегу. О том, что наш Христос воскрес, молчать я не могу. Христос воскрес, и на лице улыбка и привет. Христос воистину воскрес, мне слышится в ответ. Рано утром на рассвете таял в небе млечный путь. Шли 3 женщины к гробу, чтоб на Господа взглянуть. И дорогой рассуждали, что же делать, как нам быть? Кто откроет нам пещеру, сможет камни отвалить? Вот готовы ароматы, чтоб помазали Христа. Если стража нас прогонит, что же делать нам тогда? А когда пришли, о чудо, камень в стороне лежит, а на камне ангел Божий весь сияние сидит. Он сказал, как громом грянул, взгляд, как молния с небес. Вы пришли к Иисусу, знаете, его здесь нет, он воскрес.
Христос воскрес, Христос воскрес, сияет солнышко с небес. Зазеленев уж темный лес, Христос воистину воскрес. Пришла весна, пора чудес. Журчит родник, Христос воскрес, и в мире нет светлее, в мире нет слабее. Воистину Христос воскрес. За солнышко это, пожалено, то витает. Похлебно то ли, предоставь, кудови за мене, за ли, в обутеке достоин. На югами и полями светит солнышко над нами. Не детские, да и гузданная весна. Нам день Пасхи вынесе, ныне детские уста сидят Господа Христа. Прогнало солнце, снег и лед, весна идет, и радостно поет скворец, Христос воскрес, Христос воскрес. Подарил нам день весенний, весь о Божьем воскресенье, и ликуют на планете нынче взрослые дети. Ведь для нас Христос воскрес, отворил врата небес. В моем сердце снова радость, счастью просто нет границ. Горю места не досталось, свист летит на крыльях птиц. Наш Спаситель чудный, дивный, встал из гроба, Он воскрес. Потому такой счастливый я сегодня с вами здесь. Пасха – это праздник природы, праздник чуда и чудес. Божий Сын пришел с небес, перенес мучение крест. Ну а главное – запомни, Иисус Христос воскрес. Пасха – праздник Божьей веры, чудо воскресенье. Бог открыл для рая двери, путь вел к спасению. Он всех сегодня любит и дарит им весну, чтоб все на свете люди, оставив суету, к Иисусу обратились и жизнь приобрели, чтоб в нем обогатились и в нем покой нашли. Облачко,